ты виноват во всем, что я здесь оказалась. Меня реально суд оправдал, как бы, да, тогда. А сейчас, ну, то, что у нас так происходит, все. Это тебя нужно изолировать за твое поведение, понимаешь? А не меня. Чтоб ты реально здесь подумал над своим поведением. Да, попросим, чтобы я остался, а тебя выпустили. Чтоб ты спала на хорошей кроватке, с хорошим одеялом. А я тогда буду размышлять. Если ты бы уделял бы мне внимание бы, я же тебе говорила, что постоянно ты, то есть, там, то на кухне, то в комнате сидишь один. Я тебе всегда говорила, мне не хватало, да, чтобы ты там ночью приходил, там со мной рядом сидел, мы там общались с тобой. Ночью? Ну да, перед сном. И тут нас закрыли вот вдвоем, чтобы мы здесь с тобой выяснили отношения наши. Ближе познакомились. Мне здесь вообще не в кайф сидеть. Ты вчера видел мое состояние. Я вчера уже плакать начала. Потом, конечно, мы ржали вечером. Ты то благодаря Ибарову рассмешил. Да ничего, сейчас. Ну, ванится все. Да. Проснуться, ну, вообще. Ну, я же с ума сойду здесь сидеть еще. 6 дней осталось. Сутки прошли, еще 6 суток. Сейчас там ребята реально на свободе, у них танцы будут. Да, кстати, вообще. Они-то все, что хотят, то и делают. Я этот самый, типа новый. Я понял, давай все, оформляй. Телефон типа забрал уже. Рапунцель! Да! Саша, встречаем нового к вам. Изолируем его. Да ладно, ты шутишь? Здрасте. Привет. 10 суток. Представляете вообще? Нирвана. Беспредел. Да вы, ну, нормально вообще, нет? Вот так вот. С ведущими обращается, представляете вообще? А что, с ней подушки ничего нету? Ну, ну что ты шутишь? Ты не видишь, что ли? Нормально вообще, нет? Буду с тобой 10 дней тут сидеть. Мы тут литературой увлекаемся. А что там это, Ибаров? Да. А что, подушки не дают? Давай, да, по блату мне хоть как-то. Рапунцель. Сейчас. А ты где спишь? Я вот здесь. Где? Ну вот, жердочка здесь такая вот. Жердочка. Ужас, а ты где спишь? Я внизу вот. То есть я буду над тобой спать? Ну, как удобно. Но здесь нигде не удобно. Как старшему изолятором подушку. Спасибо огромное. Вот хорошо-то как вообще. Хотя бы что-то. Так, а питание нет? Ой, нас еще не кормили. Здесь очень плохо спать, правда. Все так, тело болит. Что будем делать? Надо как-то развлекаться. Морозит, холодно. Где холодно? Нормально, тут жарко вообще. Не-не, прохладно здесь. Ну что? Подожди, а ты что с нами здесь делать-то будешь? 10 дней буду сидеть без телефона. Да, ну какой у нас, да 7 сколько? 7. Сутки прошли. Сейчас. Слушайте, ну вы солидарность со мной 10 просидите, правильно? Нет. Как нет, ты с ума сошла, что ли? Да я вообще хочу раньше времени выйти. Это с чего ради-то? За хорошее поведение. Хочется на волю, да. Нет, ты что, Бузова вообще злая, и Бородина тоже, видишь, они даже меня. Я сегодня мужественно говорю, надо же Рапунцель выпускать. Конечно. За что какое? Мне? Я вообще, ну, вообще непонятно, да, за что. Виноват, Саша. Да? А мне говорят, Бородина с Бузовой, нет, давай все сам туда же. Слышишь вообще? Я подошла к ней чудеснейшим образом. Она выглядит изумительно просто. Да? Да, прекрасно. Как у них ночь прошла, не в курсе? Ночь прошла ужасно. Она говорит, что они общались полночи. Единственное, ну, спали очень плохо, очень неспокойно. И она недовольна вот в этом плане. Но я думаю, что все должно наладиться, по идее. Спали вместе они? Нет, спали они на соседних кроватях они спали. Ага. Не вместе. На соседних кроватях. Все равно уже что-то сдвинулось с мертвой точки, мне кажется. Ну, они хотя бы общаться начали. Да, они хотя бы начали. О чем они общались, не знаешь? О чем общались, я без понятия.
но думаю, что друг друга они скоро начнут уже понимать. Все-таки да. Пространство такое маленькое должно их сблизить. Объединяет, да? Да, конечно, конечно. Нет, то, что ты опухаешь, это видно, конечно. Но это как-то, слушай, а это, наверное, как-то с этим бороться надо, да? Саш, посмотри на меня. Да. Плохо выгляжу? Нет, все хорошо. Все ужас. Ой, льстивая жаба. Вообще кошмар. Не, я говорю, что как бы для меня девушка без косметики, это естественно, то есть выглядит тогда приятнее. Нам нет, чем. Я согласен, что она естественно выглядит, мне просто кажется слишком естественно. Да я не выспалась. Ей уже не 18, понимаешь, как бы надо хотя бы... Да у меня хорошая кожа. Кожа-то, может, и хорошая, а вот то, что, как сказать, а вот в общем картинка смотрится, конечно, ну так как-то... Ну а что я сделала? Ну, не знаю, это как-то, я не знаю, может... Ну, потому что все крема, все там, дома. У тебя морщины, оказывается, такие околоносные, ужас вообще. В смысле? Складки вот эти вот, окологубные, как они называются? Носогубки? Носогубки, да ладно? Трассоводят вообще. Глубокие какие-то, ужас вообще. А как ты их замазывала раньше? Да ничего мне нет. Ну, иди в зеркало, посмотри. Да зеркала нету. Зеркало. А тут зеркало даже нет? Нету. Ой, какой кошмар. Слушай, ну нормально, зато ты с утра... Это, кстати, сделай, чтобы у тебя психика как бы выдержала, чтобы ты себя с утра не видела и не пугала. Не, носогубки у тебя кошмар. Может, тебе как-то в это нити поставить? Ты видел свой лоб? У тебя весь лоб морщинистый. Так я-то мальчик, мне вообще плевать. У меня вообще морда мопса, ну ничего как? Нормально. Ты на экране, ты все-таки ведущий, должен хорошо выглядеть. А у меня, смотри, вообще вам. Какие? Да ты так, нет, тебя это не портит. Ты, в принципе, такой страшненький, поэтому мама. Короче, на тебе денег и купи Рапунцель. Отправь администраторов, купи Рапунцель подарок. Угу. А это скажи, что от Саши. Саша уже не привыкает чужие подарки передаривать, правда? Мы Рапунцель должны порадовать руками Саши. Давай сейчас скинемся. Что ты вот? Ты можешь 1000 выложить. Да, вы представляете, что если сейчас будет такая ситуация, он скажет, да, это я. Я тебя еще говорю, он даже так и стебанем его, что-то не понимаешь. Кошмар. А что купим, Май? Давай подумаем, да. Цветы фигня. Нет, надо что-то такое. Я предлагаю купить бижутерию. Он же подарил. Да, вот я только о бижутерии подумала. А что можно подарить? Нет, бижутерию он уже подарил. Давай, может быть, купим какое-нибудь нижнее белье? Может, нижнее белье? Купи красивое. Надо купить красивое нижнее белье. Угу. Вот ты сейчас добавь еще 1000, но 3000 рублей, там может быть хотя бы лифчик красивый, трусики красивые, точно купить. А, нам нужно узнать ее размеры. Угу. И надо сказать, что это дарит Саша. Да. Если гора не идет в Магомеду, значит, телепроект «Дом 2» и девочки телепроекта помогут Саше прийти к Рапунцель, понимаешь? И чтобы Рапунцель полюбил Сашу. Да, пусть это будет обманным путем. Ну, что делать? На войне, как говорится, на войне там все средства хороши, ты понимаешь? А потом с него среземся с процентами бабки, будем трясти с него. Нет, это же козырь нам. В нужный момент мы его так бомбанем и так засадим. А Рапунцель в любом случае выигрыш, потому что, как что, она имеет красивые вещи, и мы просто из любви к ней... дарим ей красивые подарки. Уже она классная, и мы хотим, чтобы у нее все было хорошо. Так, я старший за начальником изолятора. Маги, колдуны, бабы-яги, Кощей Бессмертный есть в хате? Баба-яга к тебе. Баба-яга есть, вижу. Колдуны, колдуны есть. Я русалочка. Есть дубы колдуны. Дубы колдуны, это Саша. Хорошо, маги есть. Маги один. Один маг, не кормить. Как это не кормить? Как это не кормить? У меня права человека. Ты нормальный вообще? Нет. Я... Ты у тебя права. Сиди, заехал, а я тебе дам права. Дай мне дубину. Я сейчас напишу в эту, вон. Здорово. Понял? А что, у тебя Рапунцель постарела за один день? Так я не понимаю. Да постарела? Да постарела. Ну хватит, да ребята. А я говорю, что ты улыбаешься. Смотри, морщины еще, видишь? Да это просто как бы у них вкус вообще извращенный. Договорился, а? Держи, да. Ой, ладно, ладно, все. Андрей, ты старая женщина, помолчи, подожди. Да, вот заткни ее. Я не старая женщина. Она не старая женщина, а 30-летняя женщина. Мне не 30 лет, ребят, хватит реально. 29, но выглядит, конечно... 40 лет. Как будто, знаешь, она зашла в клуб морщин. Ладно, завязывай. И не вышла. Оль, да красивая ты, ну хватит. Конечно, Оль, ты очень красивая. Просто без косметики, ну не фонтан. А так, все нормально. Так, ладно, давай. Если издалека нормально. Слушайте, а можно нам свет? Есть гениальное предложение. Погасите свет нам.
Я тебе сейчас погашу. Дай мне дубину, сейчас я пойду погашу сейчас. Но я не могу на улицу смотреть. Все, смотри. А, на улицу смотри, да, погаси. Да, вот, пуганные нам колдуны не нужны. Так, мне хорошее предложение. Давай. То есть, скостим тебе сутки, 5 лобных мест ебаровым ведем. Что? Не отшиш вам с маслом. А, ну все, тогда да, на воротник вам. Ни еды, ни воды. Смотри, не мучайся на Рапунцель. Прибежи, прибежи к нему. Слушайте, Рапунцель. Рапунцель совсем уж прям ну под дых бьешь, ну Андрей. Можно провести, да, правильно? Нормально. Тебе... Ладно, давай три, подожди. Давай три. Ты все равно фигово ведешь, давай три. Ты сволочь какая. Давай три и три подводки запишем. Давай, ладно, хорошо. Уже по-человечески к тебе, реально. Три лобных и три подводки. Ладно, давай, короче, если по одному. Если Оля лобному... пакет на голову оденет, я согласен. Сейчас. По одному лобному и по одной подводке. Мне нечего скрывать и прятать. Я очень красивая девочка. Где? Мне мама родила красивая. Вы сволочь, вы не издеваетесь надо мной. Отрежь, выковал давай эту, как ее. Оль, ну насчет... Решетку можно выпить. Отсюда, блин, Оля, животные. Оль, насчет красоты, конечно, переборщила. Животные. Оль, если вот судя сейчас, то, глядя, если бы ты животные не мы, честно тебе скажу. Ну, реально. Ну, реально, да. И Саша ржет тоже. Ну, это шутки, Сань, ты же понимаешь. Оля, если тебе станет легче, я животное. Ой, ну ладно, ну шутим мы, конечно. Конечно, Влад животное, страшный какой, а. Вот, да, и мохнатый.